Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Shadow Fight 2. И сегодня у нас будет отшельник. Сегодня моя тень будет сражаться против отшельника. Не знаю, что из себя представляет отшельник на данный момент, но в 2016 году это было немножечко сложно. Поэтому давайте переходить в игру, и я буду верить в то, что отшельника мы пройдем. Но для начала, я нафармил 21 тысячу, полностью прям прокачался. Кстати, даже за чар накопил и поставил жажду крови. Выпала мне жажда крови за эти 20 минут ожиданий. И, в принципе, я рад этому моменту. Я также за чар могу еще и на броню поставить. И, в принципе, будет 2 за чара. Лишним так точно не будет, в особенности, если выпадет восстановление либо поглощение урона. Это была бы пушка. Но пока не особо хочется тратить вот эти вот штуки, потому что приходилось играть на затмении, играть по несколько раз в выживании и пытаться как-то это все проходить. При том, что параллельно я даже дуэли проходил, чтобы заполучить и красненькое зачарование, зачар, красненький зачар. Но что получится сделать дальше, узнаем прямо сейчас. Испытание и турнир я уже заранее прошел. Далее по прокачке у меня вот такая вот ситуация. И вот те как раз таки награды, которые я получил, пока не записывал ролик. И в принципе уже сегодня перейдем на мясника, что, конечно же, круто. Не смогу продвинуться уже дальше и пройти кого-нибудь на мяснике. Надеюсь. Пока еще один телохранитель. Первый телохранитель. Вообще ученик. Журавль. Сенсей, ты ли это? Пришел подивиться моему успеху? Твои методы обучения лишены фантазии и стары, как и ты сам. А твой новый ученик просто жалок, говорит нам Журавль. И, в принципе, не знаю, что он имел в виду. Самое главное, что нам нужно его сейчас как-то нагнуть. И я уверен, у нас это получится сделать прямо сейчас. Поэтому давайте пробовать. Что ж, файт начался, здесь, конечно, проблем особых не будет, это пару ударов максимум и победа, как я понимаю. Тут, как бы, да, он по мне даже ударить сумел, но счет 1-0. Потому что у меня полная прокачка, и да, я просто хотел сразу же перейти после этого на отшельника, и поэтому качался, насколько это можно, сразу же, моментом. А, вот тут я промахнулся и несколько раз к тому же. Хорош, давай вот так вот, отлично, и вот так вот атака, далее хватаем, и здесь вот обычные такие удары. Алиса, выключи пылесос. Зачем он врубился? А, скорее всего. И продолжил убираться. Что ж, мы продолжаем добивать журавля на перфекте. Естественно, в принципе, проблем нет. Последний звонок, как вы видите, заполучена награда. Ювин. И далее я получил 11 тысяч монет, но без бонуса. И мне начислили 15 тысяч монет. Неплохо. Давайте посмотрим, что мне тут написали. Как низко ты пал, журавль. Ты отринул все, чему я учил тебя. Забыл наставление мастеров прошлого. И ради чего? Стыдись. А, журавль — это предыдущий ученик сенсея. Понял. Прости меня, учитель. Я позорил и себя, и твое славное имя. Но твой ученик открыл мне глаза. Тебе нравится Shadow Fight 2? Да, нравится. Но нет, поставлю оценку я позже. Еще, кстати, один минус рекламы я заметил в том, что иной раз она не прогружается, и после этого приходится перезаходить в игру. Благо, на данный момент у меня все запускается прям моментально, но если бы я это запускал на своем старом планшете, на котором я в первый раз проходил эту игру, это были бы для меня мучения, так как там бы я ждал очень и очень долго. Игра грузилась около минуты бы приблизительно, и это было бы прям сложно, ну как мне кажется. Так, забираем еще вот эту награду. У меня уже 82 рубина, и отшельник принимает мой вызов. Поэтому давайте посмотрим, что из себя представляет отшельник. Я помню, что он магией стреляет, и это вот опасная ситуация. Но надеюсь, мы как-нибудь его пройдем, и проблем уж, собственно, никаких не будет. Ты ли тот, кого я ждал все это время? Давай проверим твое мастерство. Говорит мне отшельник. Ну и что ж, пускай проверяет. На самом-то деле, прямо сейчас мы ему покажем, что из себя представляет настоящая тень.
Я надеюсь на это на самом деле, хотя непонятно, не ясно. Он, по-моему, летать умеет, насколько я помню, по крайней мере, с тех самых прошлых своих прохождений. А тут вот у него какая-то магия сработала, не знаю, что это значит. Но мне кажется, это что-то клевое. Так, так, угу. Давай-ка вот так вот снова. Блин, упал. Упал. Вот это вот печально, когда они падают, потому что прям кажется, что я что-то делаю не так. У него срабатывает магия на магии. Но главное, чтобы он не взлетел, потому что, по-моему, он летать умеет. Я могу ошибаться, но какая-то у него такая штука была определенно. Что за она, точно не помню, но он взлетал что-то и наносил удары какие-то, то ли молнии, то ли чем. Да, вот это вот, кстати, оружие очень классное, потому что оно сразу же хороший град урона вешает такой. Давай вот так вот выцепим. Давай еще раз. Ага, вот тут вот так вот сделаем. Отлично. И далее, по-моему, вот так вот мы можем сделать. Хотя, блин, тут он упал. Вот не люблю, когда эти персонажи падают, потому что после этого получается вот такая вот штука, когда ты вроде можешь нанести хороший урон, но при этом вы посмотрите, как они уклоняются. Вот он упал, и из-за этого я не успел попасть по нему, и он уклонился, по сути. Это очень крутая способность у них, но пока со счетом 2-0 побеждаем. Так, два удара есть. Поменьше урона стало отниматься вроде. Атака такая же. Вот, вот, видите? И вот этот вот взлет, и все, я теперь должен уклоняться, потому что пока его не собьешь, он будет по мне молнией бить. Вот про эту вот как раз таки способность я и говорил. Да, нет, нет, блин, вот видите? Да как его сбить-то, ё-моё? Все, отлично, я по нему ударил, но все, я проиграл здесь, мне кажется. Это было бы слишком круто, если бы я еще с таким количеством здоровья одолел бы его. Нет, тут один удар, и все, и проигрыш. Жесть, жесть, вот про эти взлеты я как раз таки и говорил, это прям печальная ситуация. Когда проигрываешь вот таким вот образом, а выцепить его вовремя не получается, потому что, ну, персонаж такой... Хорош, давай, 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 бей, 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 бей его. Нам главное не давать ему что-нибудь сделать на расстоянии. Воу, охренеть. Не-не-не, не взлетай, не взлетай, нельзя тебе взлетать, дядь, нельзя. Хорош. Так, и теперь вот этот вот удар, ну видите, он меня оттолкнул и молнией сейчас долбанет один раз и все, и побеждает. Это жесть, это просто жесть. Чисто несправедливо. Можно было бы уклониться от этой молнии. Это было бы классно. Можно было бы вовремя бросить сюрикен. Это было бы тоже классно. Но пока сюрикен долетает, он по мне бьет молнией, и я проигрываю. Вот, кстати, еще один момент, который печальный немного. Ну вот снова, снова я ничего сделать не могу. Давай, давай, давай. Гаси его. Ну, блин, какой же тупняк, а не персонаж. Ой, жесть. Я проиграю, наверное, здесь. Так, ладно. Хорош, первый мой проигрыш против босса будет. Угу. И нет, вот здесь я проиграл. Счет 2-3, к сожалению, вот эти вот прям взлеты его, это прям печально. Ты невнимателен, сосредоточься и попробуй еще раз. Я внимателен, просто вот эти вот взлеты меня прям бесят. По факту у персонажа ничего не поменялось. Как был он достаточно легким, так и остался. Единственное, что возможно в нем изменилось, так это вот эти вот взлеты его. Все, и то, они и раньше были, просто тут, конечно, нужна либо защита, либо сбрасывать его с сюриком нужно вовремя. В общем, очень много идей, как можно с ним разобраться, и взлетает он, видимо, только на третий раз, потому что до этого момента я что-то этих особых взлетов не замечал, либо мне первые два раза прям очень сильно везло, а потом как-то перестало везти, не знаю. Посмотрим, давайте, взлетать он будет. Нет, мне кажется, первые два раза он не взлетает, это уже фишка третьего раза как раз-таки. Да, да-да-да-да, потому что вот на данный момент я уже на брутале его фигарю. Но отличная, конечно, ситуация была бы, если чисто за счет рук бы я его мог добивать. Но я почти агрессора достиг. И при этом, конечно, шансы такие себе. Но опять же, вот еще удары магии, они прям очень хороши. Вовремя дают ему шанс, скажем так, хоть на какую-то победу. Давай вот так вот гаси его еще раз. И теперь вот последний... удар. Так, вот тут, возможно, он хотел взлететь как раз-таки, но не знаю, у него получилось или нет, но прямо сейчас его добил на перфексе. Если и дальше будет он так же летать у меня, то это было бы, конечно, прекрасно, но что-то мне кажется, что нет.
Вот этот тот удар четкий, четкий. Давай, давай, вот так вот тормознем его. И хорош, выцепили. И снова такой же удар. Далее такой удар. Давай, давай, давай. Давай вот подходи к нему. Странно, что я промахнулся. Очень странно. Давай, вот так вот. И теперь он снова взлететь хотел, но у него не получилось это сделать. Атакуй, атакуй, атакуй. Отлично. Сюрикен, бросай, раз. Сюрикен второй, два. И сюрикен третий, давай, три. Ай, блин. И четвертый, добивающий, четыре. Отлично, пролетели сюрикены. Конечно, хотелось его немножко по-иному добить, но шикарно. Счет 3-0, вот сейчас я его вздернул классно. Почему в первый раз так не получилось сделать, не знаю. Но все-таки что-то дополучилось. Если я бонус заюзаю, маловероятно, что мне начислят рубины. Поэтому, наверное, я этого делать не буду. Просто нажмем ОК. Для своих лет ты прекрасно владеешь техникой боя. Хорошо, я открою тебе свой секрет, но ты должен выполнить одно мое поручение. Мясник, главарь банды из соседнего города, угрожает мне. Он хочет узнать мою тайну. Избавься от него, сослужи старику службу. А теперь иди и сей разрушения на своем пути. Таинственная зеленая печать, полученная от отшельника в жестком бою, одна из шести частей ключа от темных врат. Ты достойно показал себе тень. Секрет магии попал в верные руки. Но не позволяй ей взять над тобой верх. Сохрани доброту в своем сердце. Отлично. Не могу дождаться момента, когда увижу магию в действии. Давай найдем пару мишеней, чтобы оценить твою новую силу. Так, и мы переезжаем на мясника. Отлично. Акт 3. Кровавый след. Шикарно, шикарно. Это мне нравится. То, что мы довольно быстро одолели отшельника. Ну и, конечно, не без проблем. Эй, ребята, как дела? Меня Птичкой зовут. Рада с вами познакомиться. Добро пожаловать в наш городок. Странно, что столь юная особа расхаживает одна посреди ночи и пристает к незнакомцам. Я чую недоброе. Не беспокойся, сенсей. Что тут такого? Она просто хочет с нами подружиться. А, ну я опять же ожидал рекламу, но, как вы видите, ее нет. Но при этом в магазине доступен новый раздел «Магия». И, видимо, прямо сейчас мне как раз-таки эту магию и предложат. А, неплохо, ты получил новый уровень, 13-й. Интересно, на каком там магия будет, на 13-м, либо нет. Достаточно быстро, кстати, на 3-м акте оказался. Не так уж и много я играю. Не сказал бы, что целыми днями в игру сижу играю. Но при этом уже нахожусь на 3-м акте. Пока что все идет плавненько, и мне, конечно, это нравится. Давайте тут посмотрим, что у нас по талантам. Ярость боли, 20% шанс увеличить урон на 15 секунд в течение 8 секунд после получения удара в голову. Увеличить урон на 15%. И контузия, 5% шанс запретить противнику использовать магию метательное оружие в течение 8 секунд после нанесения удара в голову. Магия, оружие, такое себе, лучше давайте, наверное, ярость боли прокачаем, больше толку будет. Так, далее вот это вот заберем, это тоже забираем. Ну и плюс у меня уже две печати имеется. Так, что у нас имеется по оружию, прямо сейчас и узнаем. Теперь можно купить больше монет за ту же цену. Наверное, это хорошо. Почему меня на рысь откинуло, я не знаю, но тут у нас имеется дуэль, есть турнир, а также испытание, которое будет открыто только на 6-й стадии. Понятно. Все понятно, все ясно. Ну и, конечно же, оружие на 13-м левеле стоит всего 2430 монет. Не сказать бы, что прям очень дорого. Но в любом случае нам нужно его приобрести, и я, наверное, все-таки использую кэшбэк. Отлично, кэшбэк я получил. Стилет я приобрел. Не знаю, что пока за оружие, но будем смотреть, изучать. Броня Центуриона следующая. И я, наверное, да, как раз-таки ее приобрету. Хотя можно кольчужную броню было переместить на 13 левел. Но не вижу смысла, только лишние монеты тратить буду. И тоже, наверное, заберу кэшбэк. Забираем кэшбэк в 912 монет и двигаемся дальше. Кстати, по поводу магии, только лишь на 14 уровне будет доступна первая магия. А первая магия вообще за монеты будет только на 16 левеле доступна. Поэтому да, еще нам далековато до магии как таковой. Но за 29 рубинов можно будет огненный шар приобрести. Мне кажется, это было бы классное вложение, при том, что еще и ослабление может повеситься. Это клево. Но, честно говоря, не ожидал, конечно, такого момента. Но ладно, окей, как есть. Давайте также стальной шлем приобретем и снова с кэшбэком. 546 монет начислено за эту тему, и остается приобрести кунаи.
А нет, кунаю не получится приобрести, максимум только улучшение можно заюзать до 13 левела, но я думаю, что я дотерплю как-нибудь до 14, при том кунаями я очень редко пользуюсь, хотя в этот раз я отшельника добил именно кунаями. Вот этим мне и нравится игра, то, что есть вот эта вот вариация прикольненькая достаточно. И да, здесь вот, как вы видите, турнир уже сразу же идет на сложно, поэтому, наверное, мне нужно будет еще немного хотя бы улучшить оружие, но сделаю я это уже, естественно, не на ролик, потому что на ролике мы сделали все, что было нужно. Я победил отшельника, и это классно, когда ты первоначально проигрываешь отшельнику из-за того, что он каждый раз взлетает, ты не знаешь, как его победить, а второй раз без особых проблем вот просто добиваешь, к тому же еще и на перфекте, а в конце концов так вообще его забрасываешь сюрикенами. Это четко, это классно. И это прохождение отшельника в 2023 году. Надеюсь, что с мясником будет еще все в разы веселее, поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!